фанкуля! Спасибо, ребята, что пришли послушать. Я надеюсь, в палатке будет безветренно, клево, и мы вам подарим новые ощущения музыки. Итак, мы начинаем. Первая композиция широко известна узкой публике. Ее название «Босса Фанк». Посвящается ангелам-хранителям, чтобы они нас
хранили от всяких несчастий. Yeah.
музыка сегодня в палатке. Мало! Мало, то есть надо позвать еще, а то народ так праздно шарится, ест шашлыки. Позовем! Отлично! Итак, мы продолжаем. Следующая композиция называется Blue Wave. И она посвящена нашему любимому Балтийскому морю. Оно и здесь, и в Лепе, и в Риге. В общем, мы всегда в нем живем, мы его любим, и мы посвящаем эту лирическую композицию соло на саксофоне Райва Сташенс. Не обязательно. Ни в коем случае. Подразумевая Ригу, мы говорим Юрмалу. Да, я родился, вырос в Юрмале. Пожалуйста, не забудьте этот город. А сегодня праздник Юрмалы? Да. Йома Светки. У нас тут небольшой филиал Йома Светки на ближайшие 3 минуты, поэтому можете погрузиться. Итак, Blue Wave. Есть своя романтика. Можно валяться, можно брейк танцевать.
можно просто двигаться. Песок не помеха. Песок любви не помеха. Итак, мы продолжаем. Следующая композиция — BB Funk. Спасибо. Итак, следующая композиция, она является ответом на то, что мы прослушали такую отличную австралийскую группу Cookie Monster Reborners и решили написать им, так сказать, ответ. Итак, Answer to Cookie.
Спасибо. Итак, следующая композиция, она посвящается тем, у кого у многих это на руках или сейчас уже в мобильных телефонах. Так, часы два. Йоу-йоу-йоу! Спасибо большое.
автор среди нас, как говорит наш саксофонист. Еще жив. Слава Богу. Итак, мы продолжаем. Следующая композиция называется «Желтое утро». Это то, что ожидает нас на фестивале «Шайн-кафе».